Ты чего? Да я-то вот с рыбалки. Тимке-то своему не скажешь? А мне? Слышь, Василич, я слышал, Витька-то ваш вроде как собирается у Бармы пасеку скупать, а? Да мне-то он чего, Витька-то? Ну, а ваши-то как, перезимовали, ничего? Да чего как, плохо. Из полсотни вон 30 сулев осталось. А с пасекой-то что? Ну, что-что, присмотра нет, вот что. Бать мой, ну, дурачка пасеку бросит, а сам. Дед опять бега, все бегает, вчерашний день ищет. Я ж не понимаю ни хрена. Чё-то говорят, опоносились. Видать, подёвый мед попался. Ну так что, пойдем посмотрим, что там у вас. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка. Смотри. Так. Видал, квелы какие. Они сонные. Что тут у нас? А? Чё? Ты чё, Миш? А? Погоди, кидаться. Ты чё? Чё ты увидел-то? А? Мама мия. Да ты чего, Мир? Я в Капсоне. Погоди, ломать. Ух, за его мать вашу. Чё ты? Ой. Да чё ты на самом-то деле? Миша! Погоди, Миш! Миша, ты чего? Ничего. Клещ. Воротос на вашей пасеке. Вот чего, хозяева, мать вашу. Ух. Миша, погоди. Ты хоть толком-то скажи, чего? Ничего. А? Мир, да погоди, да Мишка. Да Мир. Воротос. Какой воротос? Михеевна! Алло! Слышь меня! Я! Да какая к черту банька? Тут такое творится! Воротос на пасеке у заварзенных! Воротос, говорю, мозги твои куриные! Сообщи всем, кому можешь! Такому моему скажи, пусть садится в свой паршивый шевролет и мигом дует на пасеку. Пусть все проверит. Ай, да ты только скажи, воротос, он подскочит, как ошпаренный. Страну по миру пустили. Что случилось? Счастливый день случился. Вот что случилось. На стекле. Мадонна! Так, пыжи. Свеженький. Мать вашу, ну, братцы мои, ну все. Так. Валя!
держи. Давай этот, как его, целлофановый пакет. Да бегом. Нет, ой, давай осторожный, Валь. Можно и на покое. Ну, Милентьев у меня покукарекает. О, Господи. Это ты, Василич. А что, не похож, что ли? А? Да не, я это. А ты что здесь делаешь? А ты? Что ж ты, саженцевую свою душегубку-то бросил, а? У тебя ж план по поливу. План не выполнишь и премию не получишь. А? Сажен, дорогой ты мой человечек! Да я тебя поцелую! Дошло, Сажен, а? Дошло. Слышал, тут два раза грохнули. Ну, вроде слышал, мне-то что. Ну и кто в трубу стрелял? Только не ври. Откуда мне знать, тут много народу Тимоша. Ходит? Сам знаешь. Да я-то знаю, знаю. Предупреждаю тебя, Сажен, ты мой характер знаешь. Поэтому не крутись, твоя работа. Ты что, Тимофей, спятил, что ли? Че? Валентин, ну хоть ты его урезуй. Тимоша, поехали. Ну что это ради мне этим гадам а сигналы подавать? Нет. А чего? Они и так меня уже затуркали. Пороху дай, ночевать пусти, патроны дай. Тима. Стой! Тимоша! Стой! Ах ты, сволочь, а! Что, Сажен, улика глаза есть, да? Ведь там твои отпечатки пальцев. Твои, Сажен. А может, тебя заставили? Силой вынудили? Ты, пушкарь, я ж картелинист, а? Все, заставили. Оповещать, когда я в рейд выезжаю. Кому я не оповещала? Ты докажи, тебе никто не поверит. Ух ты. Дима, а там еще один. Где? Я чую. Да что ты придумываешь-то? Нет. Я боюсь его. Ну ладно, ладно, что теперь? Ложиться и помирать, что ли?
Щипа. Пусть разбирается. Щипа, иди. Щипа. Щипа. Василий Алексеевич, пасеку твою решено сжечь. Сам понимаешь, остальные пасеки заразиться могут. Да и полей ее к чертовой матери. А мне некогда. Мне деда искать надо. Он там, большак, его, пусть он и полит. Нет, так не годится. Иона на пасеке не хозяин. Да ты, Алексеевич, не переживай. Каждый пчеловод тебе паулю даст. Вот и расписки есть. А дед он что, впервой, что ли? Поколесит по округе, да и вернется. Разгружай! Давай, мужики! Мужики, вы чё? Дай-ка. Вы чё, зиму делаете? Зиму, зиму. Не видишь, что ли? Я чё у тебя? Живая вода. Бензин, я запрещаю. Да дай-ка, его! Отдай сюда. Я запрещаю. Я сейчас. Батяня! Палку давай. Батяня! В чем дело? Кто велел? Ну-ка, погоди! Дай-ка сюда лопату! Руки! Это что за произвол здесь? Туста, ну-ка ты! Убери! Разбили, зараза! Погоди! Дай мне... Спокойно, Василий. Сам молча. А то как в лоны, понимаешь? Батяня! Они чего с тобой сделали? Пустите! Паклю давай. Васька, чего у тебя руки-то трясутся? Трясутся тут. Я еще свою пасеку не смотрел. А ну, мужики, давай отсюда. Пока щепа вас не сжег чертовой матери. Идут, со столы садятся. Ну, сожгли пасеку, все.
И разбежались, а? Не по-людски получается, мужики, как разбойники, айда! Да заткнись ты нахрен! И без тебя на душе тошно! Так и погуляем, сядем за столы, поговорим! Попировали! Песни попоем! Мать, вот так! Мужики, как раньше-то бывало! Теперь жди чудес! Айда ко мне, мужики! По коням, мужики! Улыбнись, Валька, улыбнись. Дядь, дай глянь. Дядь, да подожди ты. Подожди, дай глянь, ты глазком очни. Ну ладно, ну, дай, на, дай. Да, осторожнее. А вот если... Осторожнее держи, я понял. Уедем или не едем? Мне еще в гараж успеть надо. Чё, чё, да хрен с ней, с пасекой, мне Таську жалко. Она вон за Валечку с Тимочкой все глаза выплакала, сердце себе надорвала. Три раза скорую вызывал, лежит теперь. Не так. Не так все получается, крестник. Да видно, видно. Видно, видно. Пусть Тася, иди к нам, а. Дай-ка, велик, комиссия какая-то, клещ у них на пасеке, воротос. И чё? Чё-чё, пчёлы передохнут. Вот жалуйтесь, хоть министру, хоть я, государство обязано купить больных пчёл, пусть не ремни, знаем законы. Ну что, свой по миру пойдём, что ли? Ой, вы это свои, не пускайте её, не пускайте её. Ай да на левый берег! Дитя у борьбы!
гуляли, отпадствовали. Хана сладкой жизни. Раньше-то как бывало? Картошечки, да самогонки, бутылка. Соберемся с соседями, сидим. А вы тут бегаете вокруг детвора. Вот веселье было, вот радости. А сейчас? Третий год, почитай, при коммунизме живем. Все есть, радости нету. Правильно моя тайска говорит, у нас на руб денег 2 рубля горя. Так что забирай ты эту пасеку от греха, да и гори оно все огнем. Новому, к неизведанному, к незнакомому. Жили, понимаешь, в глубине России, в Вятской губернии. Надоело сидеть, встали и пошли. Кто их повел? Заварзин, наш дорогой дед. Вот он, посмотрите на него, основатель здешних мест. Не смущайся, чего ты, дедушка, краснеешь, а? Я скажу, Петр первый здешних мест. Я историю опускаю. Потом, после войны, кто повел стремянку вперед? Опять же, Заварзин, наш дорогой Василий Алексеевич, наш любимый отец. Наш сегодняшний именинник. Да, 20 лет бессменный председатель сельсовета. Такая солидная. Слышь, Барма, у нас в Стремянке тут один есть приезжий. Умнее других быть хочет. Скупает последних здоровых пчел. Очень хочет, чтобы мед был у него одного. Правда, у мужичков тут спор вышел. В какую сторону башку ему крутить? Слева направо или справа налево? Ты как думаешь, а? Слышь, Щепа, который день уснуть не могу, пока чай, а? Днем рождения. Закусывайте. Товарищи, батя, вот что я хочу сказать при всех. Я решил вернуться в Стремянку. Навсегда, насовсем. Короче говоря, мы заварзены, мы вот все вышли из этого дома и должны вернуться в него. И будем жить роем. Правильно, роем. А да, это да, родом, одним родом. И нечего где попало шляться. Вот я весь мой сказ. И будьте вы прокляты. Вам уже никто не поможет. И никто вас не спасет. Вы не можете быть ни бедными, ни богатыми. Одних вы презираете, других ненавидите. Но это только начало. Очень скоро вы здесь передушите друг друга. Перегрызете друг другу глотки. Потому что вы всегда ищете виноватого. Это единственное ваше занятие. Вы разучились работать. Работать и не научились отдыхать. Вам все время не имется. Не имется. Единственное состояние, в котором вы находите покой и самоудовлетворение, это состояние рабства. Вы рождены рабами, чтобы прожить рабами. И подохнуть рабами. И подыхайте. Подыхайте. Ha ha ha!
Они наглые, эти левобережные! Остановить их любой ценой. Обещайте благоустройство, борьбу с мафией. Ну, вы лучше знаете, что им надо. Получится? Рекомендован как безусловный авторитет для местного населения. Мы же им башки посрывали. Тимофей раз ловил на реке. Я ему говорю, Васильевич, я ж тебе кум, да еще дважды. А он же не знал. Он же партийный, им же нельзя. Ну вот мы и значит это. С бабкой, ну и с Валентиной, царствие ей небесное. Ну и с бабой моей. Она крестная была. Поехали в город, там ее крестили. Я ему рассказал это сперва, а он не поверил. Ну а потом поверил, и говорит, ну ладно. Иди, говорит, кум, только больше не попадайся. Вот так и покумились. А что, он раньше партийный был? Конечно, партийный. На такой-то работе. Блин! Узнаю, кто это сотворил. Голову на бок хрясь и нету. Посадят, Миша. За такое дело не грех и посидеть.
а за Валентину тем более. Ты чё, козёл? Ты где находишься? Поминки же. Кто козёл? Ты чё, Игорь Игоревич? Игорь Игоревич? Убери его! Да кончайте его, ребята! Убери меня, убери! Убери его! Я тебя уберу! А ну, посмотри на меня! Чёрт бы вас побрал! С вами чуть было кишки свои не порастерял. А чего? Разве на поминках петь нельзя? Ну, конечно, нельзя. Ты что, нехрен, что ли? О, блин, а теща померла, я пел. Алексеич, ради бога, ты ничего такого не подумай. Мы вот тут с мужиками Тимоху поминаем. Вот случилось-то как. Жил промеж нас, так вроде и не замечали. А как ни стало, не в моготу. Простите меня, мужики. Простите. Простите. Бог с тобой, чё, Алексей. В чем тебе-то виниться? Да что ты произошел? Я, Василий Алексеевич. Никому не помог. Ты, может, насчет девочек ты сомневаешься? Деда, да, ты не сомневайся, пока не оженим, пока детей не дорожают. Да потом вздыхать ну, будем. Василий Алексеевич, золотой ты наш мужик. Ты только держись. Все будет хорошо. Все будет нормально, Василий Алексеевич. Все будет. Все будет. Ныне отпусти с миром. Ну, здравствуйте. Вот я и вернулся. По глаголу твоему раба твоего. Хорошо. Сверху искать надо. С какого верху-то? Как с какого? Бестолочь, геликоптер-то на что? Ну ты что ли пилотом-то будешь? Разобьемся же нахрен. Зачем я? Вон Барма. Ему Игорь Игоревич инструкцию нарисовал. Барма, подъем! Дело есть! Барма! Барма! Атас!